Больше следов нет. Земля замерзла. Изнасилована? Да. И зарезана около 2 часов назад. Уже 3-й случай. Слушайте, слухи о маньяке из парка уже поползли. Многие девушки, например, боятся здесь гулять вечером. Во всяком случае, у нас уже есть описание предполагаемого убийцы. Ну, тоже мне описание. Под это описание может любой попасть. Лица-то они не видели. Слушайте, ну какое описание? Студенты, которые обнаружили труп, увидели крепкого мужчину в темной куртке. Он склонился над телом, и когда их заметил, сразу скрылся. Не густо. Густо, не густо, но больше, чем было. Все, ребят, можете забирать. Молодая, красивая и светловолосая. И снова те же составляющие. Угу. Игорь, нашел место для завтрака. Извините, шеф. Да. Была усыплена хлороформом и изнасилована. А потом убийца нанес 3 ножевых раны, ставшие смертельными. Все девушки между собой никак не пересекались. Единственная связь – это внешность. Так, ну а что по уликам? Как и в прошлых случаях. Нет, ни улик, ни ДНК. Единственное, что свидетели дали некое описание возможного убийцы. Точнее, ну, как описание. Так, зарисовка, но это лучше, чем ничего. Ладно, копайте, копайте. Как-никак, все-таки это уже 3-й случай. Подключайте все, что нужно. А, шеф, есть еще один момент. Водитель скорой. Что водитель скорой? Когда медики привезли тело к нам, водитель скорой упоминал об одном подозрительном типе, который с ним заговорил в парке. Что за тип? Я попросила оперативников взять у водителя показания. Хорошо. Ладно, будут новости, сообщите. Поначалу я подумал, что это просто вопрос слишком любопытного зеваки. Он спрашивал, мол, как давно убита, как лежало тело и все такое. У зевакам очень часто интересные детали пострашнее, так что в этом ничего странного нет. Это да. Но потом он сказал вот что. Да, после 3 ножевых не выживешь. Откуда он знал, что ножевых было именно 3? Наверное, там ведь от дороги этого... не смог увидеть. Как выглядел этот зевака? Среднего роста, крепкий, нос с картошкой. Угу. Одет в темную куртку и перчатки. Это про то, что говорили студенты. Да, совпадает. А, и, кстати, в руках он держал стаканчик из-под кофе. Кофе? Ну да, это бурда, которая продается в кофе-автоматах. Он его выбросил, а я подобрал. Вы не могли бы нам отдать этот стаканчик? Да. Отлично. Все бы были такие, как он. Ну что, Анжелика, чем порадуешь? К сожалению, Николай Алексеевич, порадовать нечем. На стаканчике есть небольшой фрагмент отпечатка, но для идентификации не хватит. Небольшой фрагмент? Ну что, стер отпечатки? Водитель, который передал стаканчик. Сам нашел улики и сам же их испортил. Бывает. А вообще, знаешь, маньяки в толпе зевак – это не такая уже большая редкость. Многие из них приходят и любят наблюдать за результатами своей работы. Необходимо, чтобы водитель составил фоторобот. Это единственная наша зацепка. Тук-туки-тук, не помешаю? Да, говори. Я по поводу стаканчиков. Я проверил логотип, и выяснилось, что такие стаканчики в кофе-автоматы загружает только одна фирма. Интересно. А в районе парка есть только один кофе-автомат, в котором можно получить подобный стаканчик. И находится он возле офисного здания напротив входа в парк. Thank you.
ждет снаружи. Нужна запись за вчерашний день. Вот он, наш любопытный зевака. Похоже, тот, кого мы ищем? Именно. А ну-ка, отмотай. Номера пробьешь? Легко. Так, а вот и он. Так, кто это такой? Зовут Михаил Малышев, 35 лет, не женат. Не привлекался. В графе место работы указана строительная фирма «Эверест». Ну, а адрес фирмы имеется? Имеется. Я думаю, он еще на работе. Вот что, Игорь, передай адрес нашим оперативникам. Добрый день! Добрый день. Здравствуйте. Я директор фирмы «Эверест». Чем могу помочь? Нам нужен ваш сотрудник, Малышев. Вы из отдела 44. Но он будет позже, он во вторую смену сегодня. Что он за человек? Смекалистый, нормальный. У меня к нему нареканий не было, хотя коллеги его с ним не очень любят общаться. С чего его это? Странный он немножко, и навязчивый. И темы у него странные. Про убийства всякие любят говорить. Про убийства? И маньяков, которые эти убийства совершают, книги про них читают. Даже так, книжки. А про блондинок случайно не говорит? Про блондинок вроде ничего. Скажите, а он вчера был во второй смене? Нет, вчера он был на первой и в 17:00 уже освободился. А скажите, а где его бытовка? Серебристая, она открыта, кстати. Мы можем ее осмотреть? Да, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Мне очень хочется рыться во всем этом хламе. Я тебя понимаю. Запах еще тот. Так, а что мы ищем? Орудие убийства? Да, было бы неплохо. Хлороформ тоже бы не помешал. Слушай, возможно, здесь вообще нет ничего интересного. Это же не основное место его жительства. Вполне... Ого. Что там? Себе вот такой вот поп-арт с кусочками мяса. Если честно, не очень. Это уже интересно. Ты посмотри на это. Вырезки. Парк славы. Что они статья себе? Слушай, а газетчики ему уже дали прозвище. Леший. Так вот. Здравствуйте. Стоять! Малышев, стой! На месте, не надо провоцировать меня. Вы за спину быстро, Ксеньки. Ты как? Прекрасно, ты медленно бегаешь. Ну что, Малышев, я думаю, вам стоит начать все рассказывать. Думаю, что лучше вам начать с вашей первой жертвы. Какой жертвы? Первой девушки, которую вы убили. Что? Я никого не убивал.
Послушайте, вас видели на месте преступления, прямо около тела. Трое свидетелей вас опознали. Опознали? Но это... я-то не... Рассказывайте. Я уже не говорю про ваши вот эти вот художества. Рассказывайте или отправитесь в камеру прямо сейчас. Я хотел посмотреть. Что, простите? Как вам сказать? Мне нужен адреналин и... В общем, я интересуюсь этой темой. Какой темой? Смертью. Ну, то есть конца жизни. Ну, блин, как объяснить? В общем, интересно и все. Я хожу в морги на похороны. Ну, правильно. Сейчас решили сами решить кого-нибудь жизнь. Да нет же. Меня не тянет убивать. Я знал, что в парке орудует этот маньяк. Леший этот. Я хотел подождать, что он кого-то убьет, и это посмотреть. Дождались? Вчера он убил эту девушку, и я нашел ее. Сел рядом, ну и смотрел на нее. А тут эти студенты, я убежал. Потом водителя расспрашивал. Послушайте, это самая нелепая история, которую я слышал. Отправляйтесь-ка, наверное, в камеру, там посидите, подумайте, а позже мы с вами еще поговорим. Адреналин ему нужен. Извините, я не хотел вас напугать. Ничего страшного. А давайте я вас домой проведу. Спасибо. Это очень любезно с вашей стороны. Идемте. Я не откажусь. А почему вы так поздно возвращаетесь? Да, работы много. А кем вы работаете? Ну... Подождите, я угадаю. Вы работаете фотомоделью. Следов нет. Улик тоже. Светловолосая, три ножевых ранения, короче, все как всегда. Слушай, начинает набирать скорость. Сначала пауза была неделя, потом через несколько дней, теперь на следующий день. Почувствовал безнаказанность. Пошел в обхоз, сволочь. Слушай, ну вообще, конечно, нам это на руку. Значит, он скоро сделает ошибку. А с другой стороны, неизвестно, сколько девушек еще будет убито. Одно знаешь точно, Малышев не убийца. Не, ну это понятно, тот всю ночь в офисе просидел. Хотя с его психикой рано или поздно кого-то все равно убил. Да. Ему вообще-то психиатрия не помешала. Согласна. Ну-ка. Сильная штука. Держала не в сумке, значит, была на готове. Почему не воспользовалась? Она могла не успеть. Но он же не возник из-под земли. Она не могла не заметить приближающегося человека на безлюдной аллее вечером, правильно? Согласен. Ты понимаешь, дело в чем? Страх сковывает тело. Она просто могла испугаться и забыть про баллон. Привет. Установили личность девушки. Самойлова Ирина, 20 лет, студентка иногородняя, жила в общежитии. Родственников сейчас оповестят. Как это все ужасно. И сообщать такое родителям. Да, ужасно. Что у нас нового? Ничего нет? Так, ну что, новости есть? Кое-что есть. На теле девушки под одеждой я обнаружила несколько волос. Волосы явно не ее. Я провела экспертизу. Вот сейчас ищу совпадение. Это хорошая новость. Ну, я поприсутствую. Но не факт, что будет совпадение. Я бы заранее не... И тем не менее.
Федором Григорием Михайлович, 37 лет. Женат, двое детей. Физик, сотрудник НИИ. Как-то не укладывается в образ маньяка. Мало ли, среди маньяков не раз встречаются семейные, на вид вполне положительные люди. Срочно обнайти этого Григория. Срочно. В анкете есть адрес. Я передам его оперативнику. Проходите. Присаживайтесь. Знаете, я не совсем понимаю, чем именно Гриша мог заинтересовать вас. Вы же сказали, что с ним все нормально. Да, все нормально. Дело в том, что мы сейчас ведем расследование, а ваш муж мог бы нам помочь. Так где сейчас Григорий? Гриша уехал на очередной семинар. Его нет уже 2 дня. Да вы что? Он завтра приедет. Давайте поговорим о вашем муже. Ничего странного вы за последнее время не наблюдали за ним? Странного? Совсем нет. Наоборот. Он стал намного веселее. И отношение ко мне изменилось. Интересно. Как вы думаете, почему? Думаю, это из-за его новой работы. Раньше он работал в НИИ, а полгода назад ему предложили работать в институте. Как давно он начал ездить на вот эти свои семинары? 2 месяца. А за этот месяц уже 2 раза уезжал. Да, это к лучшему. Он стал давно отдаляться от меня. Мы очень сильно ругались. А сейчас что-то наладилось, я так понимаю? За последнее время был всего лишь 1 конфликт, и то из-за меня. Сдались мне эти волосы. Волосы? Да. Я увидела на его пиджаке длинные светлые волосы. Да мало где он мог быть. Что нового? Вообще, этот вопрос я планировал задать. Опять вся надежда на меня, да? Да. Ладно. У меня кое-что есть. Смотри. Последняя жертва Ирина была студенткой в том же вузе, куда перешел преподавать Федоров. Но остальные же девушки учились в других вузах. Он что, сначала убивал незнакомых, а теперь перешел на знакомых? Но у нас нет данных, что Ирина и Федоров были знакомы. Я только говорю о том, что они из одного вуза. Федоров во время, по меньшей мере, 2 последних убийств отсутствовал дома, якобы уезжал на семинары. Но если в институте подтвердят семинар, Федорова можно будет легко вычеркивать из списка подозреваемых. Ну да. А как же его волосы на жертве? Что, их ветром занесло? Ну, если он не преподавал. Волосы могли попасть на него просто случайно. Скажем, когда на доске отвечал. Нет, Веня, слишком много случайностей. На одежде Федорова белый волос, его волосы на жертве. Ну, не знаю, я, в общем, передал нашему адрес института, они уж поговорят с начальством Федорова. Добрый день, я вас внимательно слушаю. Не поверю, что ваше министерство присылает своих агентов, чтобы решить наши проблемы с учебниками. Я думаю, министерство само решит проблемы с учебниками. Собственно говоря, мы по другому вопросу. Нас интересует ваш сотрудник Григорий Федоров. И в частности то, куда вы его послали на семинары. Я посылал Федорова на семинары? Что-то не пойму. Какие семинары? Подождите, у нас есть информация, что он и сейчас на семинарах. Занятно. А у меня информация, что Федоров болен. Болен? Вот именно. И за последние 2 месяца он уже болел 2 раза. И, признаюсь честно, меня эта ситуация нисколько не радует. Уверяю вас, никаких семинаров мы пока еще не проводили. Ясно. Хорошо, тогда нам нужны данные Федорова. То есть номер телефона, номер зарплатной карточки, в общем, все. Алена, пожалуйста, занеси мне документы Федорова. Да, хорошо. Докладывайте о любых происшествиях. Разрешите? Присаживайся. Значит, тебя порадует. В парке вели патрулирование. О, это хорошо. 4 человека в штатском, по 2
будут патрулировать парк каждые полчаса. Это существенно облегчит нам дело. Вернемся к Федорову. Итак, ни на какие семинары он не ездил, но дома тоже отсутствовал. Он мог вполне уходить из дому на момент совершения преступления. Но ему надо было где-то находиться в это время. Ну, не спал же он на улице. Разрешите? Да. Я проверил банковский счет Федорова. 2 дня назад он снял номер в отеле «Бриз». Это как раз в то время, когда он уезжал на свои семинары. И, кстати, «Бриз», он уже в 10 минутах ходьбы от парка. Да, значит, Федоров находился в отеле на момент 3-4 преступления. А что по первым двум жертвам? На момент первого убийства он был якобы на семинаре, а по факту в отеле. Ну, вот и все. Его можно брать. Ну, есть одна загвоздка. На момент второго убийства он был в институте на корпоративе, и это могут подтвердить человек 30. Но эти 30 человек могут подтвердить, что видели его постоянно. Ведь он же мог выйти, совершить преступление, вернуться, или вообще совершить преступление после корпоратива. Так, по всей видимости, Федор еще в отеле. Игорь, отправь туда оперативников. Срочно. Ну как, Григорий Михайлович? Я прилежная ученица. Ну, думаю, на 4 ты уже заработала. А вот для 5 придется постараться. Объясните, что происходит. А разве вам не объяснили по пути сюда? Бред про какие-то убийства нельзя назвать объяснением. Что за убийство, я не понимаю. И при чем здесь я? Все ваши семинары оказались липой. У вас нет алиби на момент этих убийств. Ну и последнее. Ваши волосы были найдены на теле вот этой жертвы. Мои волосы? Да, ваши волосы. Вот именно на ней. Это Ира. Ну, значит, отрицать не будете. Вы не понимаете, она была моей студенткой, и плюс она... Что она? Рассказывайте, рассказывайте, потому что вам светят очень крупные неприятности. Она была моей любовницей. Вернее, одной из моих любовниц. С момента, как я перешел преподавать, у меня появилось, ну, типа, как хобби. Хобби? Ну, не знаю, не хобби. В общем... Я начал встречаться со студентками. Аня, с которой вы меня застали, Ира. Я встречался с ними. Да, а ваша жена считает, что позитивные изменения в вашем настроении связаны с любимой работой. Вчера вечером вы были с ней в отеле? Да, был. Наверное, поэтому нашли на ней мои волосы. Но она от меня ушла около 8 или 9 вечера, я точно не помню. Ну, ясно, ясно. Хотя это пока ничем не подкрепленные слова, так что до выяснения побудете здесь. Значит, говоришь, Федоров все отрицает? Да. В интимных связях со студентками сознался, а в остальном полный отказ. Вчера одну привел в отель, на следующий день другую. Молодец. А самое главное, сколько здоровья, а? Да, ну, честно говоря, шеф, я не думаю, что он леший. Ну, не похож на убийцу. К тому же, интимные связи со студентками оправдывают найденные волосы на теле. Но для подтверждения нужно что-то сильнее, чем просто не похож. Ну, тогда остается только одно.
Чтобы доказать его невиновность, нужно точно подтвердить алиби на момент второго убийства. Ну, тогда, когда он был на корпоративе. Знаешь, я... Извини. Да, строго слушаю. Да. Когда? Понял. Не нужно никакого подтверждения. Новое тело? Патрульные обнаружили. Мертва не более 2 часов. Федор в это время находился здесь, у нас. Он далеко вот идет. Хочет стать самым производительным маньяком 21 века. Подождите, ребята. Сейчас. Забирать. А вчера парня избили. Он с девушкой хотел познакомиться, а прохожие подумали, маньяк. Пошел вместо, где знакомиться с девушкой. Что, газеты не читает, что ли? А сегодня днем девушка из баллончика в лицо парню брызнула. А он время хотел спросить. То ли еще будет, если эту сволочь вовремя не поймаем. Знаешь, чего я не могу понять? Почему патруль не заметил нападение? А патруль неэффективен. Вы извините, что я вот влезаю в ваш разговор. Просто я сам обеспокоен тем, что творится в парке. И потом, я скоро, мне некому будет хот-доги продавать. А почему патруль неэффективен? Ну, смотрите, для того, чтобы обойти весь парк, им нужно, ну, как минимум 30 минут. Правильно? Правильно. А вот маньяк может напасть на девушку и скрыться. О, хотите хот-дог? Нет, спасибо. И как вы думаете, что повысит эффективность расследования? Камеры, камеры, дополнительные камеры везде. Ну, на крайний случай можно где-то в центральной аллее поставить. Спасибо вам за информацию. Обязательно воспользуемся ей. Спасибо за совет. Пожалуйста. Советчики мне эти камеры. Камеры – это, конечно, хорошо. Куда их здесь устанавливать? Сервера-то нет. Но этот вопрос поднять мы можем. Сейчас нужно использовать любой ресурс. Ну что, как я понимаю, все то же самое, да? Не совсем. Не было изнасилования. А что так? Спугнули? Возможно. А возможно, не получилось. Может быть, его перестал возбуждать этот процесс. Но если так, чем-то чего-то? Смена места деятельности. Или убийства станут жестче. Но убивать он не перестанет. Такие не останавливаются. Понятно. Я уже поговорил с техниками насчет установки камер наблюдения. Что, есть возможность установить? Очень ограниченное, и то пару мест. Ничего, лишним это все равно не будет. Ну, плюс еще 2 камеры. Одна на входе, другая при выходе из парка. Это хорошо. Так, что по жертве? Личность установили. Карцева Марина, 23 года. Работала в супермаркете, жила с подругой в арендованной квартире. У подруги нервный срыв. С ней говорили по телефону. Она и Карцева должны были возвращаться вместе домой. Ну, а почему же Карцева шла одна? Ну, что-то там у нее не получилось. И теперь она винит себя в смерти Карцева. Ее еще не допрашивали. Оперативникам еле удалось договориться о встрече с ней. Понятно. Будут новости, сразу сообщите. Да почему ты? Почему? Я ведь знала, я чувствовала, что не надо. Поехали бы на такси, все. Расскажите, пожалуйста, подробно, что было вчера вечером? Мы с Мариной должны были идти вместе. Мы работали в одном супермаркете. Я мерчендайзер, а Марина администратор. Было. Хорошо, вы должны были пойти вчера вечером вместе. Продолжайте. Мы только зашли в парк, но мне начальник позвонил, сказал, чтобы я вернулась назад. По какому поводу? Я кое-что напутала в документах по лимонаду. Там по работе, короче. И Марина пошла одна по парку, да? Да.
Я говорила ему, пойдем со мной, это полчаса. Но она сказала, не надо, если что, воспользоваться шокером. У Марины был шокер? Да, у меня тоже есть. Видите, что толку? Она спешила программу посмотреть. Сдавать эта программа хренова. Ну, и этого провожатого отшила. Какого провожатого? Ну, уборщик местный, дворник. Тусуется тут все время. Мы когда с Мариной прощались, он предложил провести ее через парк, но она отказалась. Сказала, что если что, себя защитит. Аллея в парке ночью. Она хорошо освещается и находится далеко от кустов. Девушки должны были увидеть приближение к себе незнакомца. Скорее всего, да. Довольно сложно нападать внезапно при теперешней повышенной осторожности. Вот. А почему жертвы не кричат, не зовут на помощь? Почему не пользуются средствами самообороны, а наоборот прячут их? О, Господи, боятся. Маньяк на них пистолет наставит, скажет, закричишь, застрелю, все. И еще один момент. Как маньяк за один день вычислил маршрут патруля? И вообще, как он выбирает себе жертв, не бросаясь никому в глаза? Ну и как? Он местный. Он находится в парке целый день, он там работает. Поэтому он знает, кто идет и когда идет. Но если так, то он знает курс патруля и места расположения камер. А главное, он постоянно на виду у прохожих, и они наверняка знают его в лицо. Мало того, он может предложить девушке проводить ее через парк, и это не вызовет у нее ни малейшего подозрения. А затем нападает в самый неожиданный момент. Ну что, это возможно. Вот что, Игорь, пусть наши оперативники изучат всех, кто постоянно работает в этом парке. Так, что мы имеем? У нас трое. Нет, четверо. Я просила прохожих местных, ну, которые здесь постоянно. В общем, четверо получается. Да нам еще повезло, что восточная часть парка с аттракционами на зиму закрыта, а то еще трое больше сотрудников понадобилось. Значит, первый – это продавец шариков и всякой там маскарадной атрибутики на входе стоит. Ну, его сразу отбрасываем. А почему? Во-первых, у него протез в ноге, он еле передвигается, и ему 65 лет. А есть еще продавец хот-догов, очень приятный мужчина на вид. Да, это тот, который советовал нам камеры поставить. Вообще-то я не думаю, что он способен на такое. Третье – это продавщица в ларьке в центре парка. Ну, она отпадает по понятным причинам. И последний – уборщик. А вот как раз уборщик меня и заинтересовал. Ему 35, и он такой довольно крепкий. И главное, свидетельница указывает на него. Подруга жертвы говорит, что он пытался проводить ее. Вызывали, шеф? Присаживайся. Вот что, Игорь, я хотел кое-что обсудить. Мы не можем допустить еще одну жертву. И так слишком все затянулось. Действовать нужно активнее. Нет, мы, конечно, можем задержать всех, кто работает в парке, но я предупреждаю, что у нас на них ничего нет. Я про ловлю на живца. И начать надо сегодня. А кто в роли живца? Германова. Интересно. Только, насколько я помню, маньяк нападает только на блондинок. Ничего. Она оденет белый парик и будет прохаживаться парком вечером. А также пересекать те места, где находится постояльцы этого парка. Да ведь это довольно опасно. Да, опасно. Ну, по твоей теории, маньяк не нападает внезапно. К тому же Германова опытный агент и сможет за себя постоять. Надо бы ее снабдить маячком, чтобы точно понимать, где она находится, плюс наушником и микрофоном для связи с оперативниками. Да, нужно организовать засады. И максимально незаметно. В этом случае мы должны перестраховаться. Только вот если маньяк не клюнет? Повторим завтра. Если не завтра, так послезавтра. На его счету 5 жертв. 6-я недопустима. Не переживай, мы тебя видим. Я не переживаю. А тебе неплохо в таком цвете. Может, в блондинку перекрасишься? Да ладно. Только через твой труп перекрасишься. Ну все, тихо.
Ну да. Даже слишком тихо. Вообще странно, что теперь этот парк такой пустынный. Может, стоит больше привлекать внимание? Без проблем. Алло? Да, милый, я уже иду домой. Да, одна Маша задержалась. Хорошо. А что мы будем делать? У нас гости на 6 часов. Хорошо. Девушка, девушка. А? Давайте я вас провожу. А то, знаете... Есть на землю, быстро! Бежать! Быстро! Уберите, у меня, может, желудок не к черту. Да что вы говорите, желудок. А с психикой у вас все в порядке? Человека, совершившего такое, нормальным не назовешь. Ну, я согласен, а я здесь при чем? А при том, что вы работаете в парке и знаете все, что там происходит. А самое главное, вас там все знают. И что? Свидетельница показала, что последнюю жертву вы пытались проводить домой. С нашим агентом вы хотели проделать тот же номер. Ну, то есть, начальник, я что-то не врублюсь. То есть, защитить девушку – это плохо, по-вашему, да? А вы хотели их именно защитить? Ну, конечно! Ну, в парке какая-то фигня происходит. Я бы сам эту мразь бы удушил своими руками. Ну, и многих девушек вы его так проводили. Ну, было парочку. А что, Вадиму можно, а мне нельзя? Я тоже хочу сделать доброе дело. Какому Вадиму? Ну, Вадим, который хот-доги продает в парке. Ну, я видел, как он провожал девушку. Начальник! На здоровечко. Спасибо большое. Девушка, ну как, вкусно? Ой, извините. Да, спасибо. А вы не боитесь, все-таки темно одна вечером? Недалеко в обход, я сразу за парком живу. Напрямую 10 минут, а в обход 40. К тому же у меня есть газовый баллончик. Вот, газовый баллончик – это хорошо. Держите наготове. Вот. Ну, спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Минуточку. А вы знаете, а я уже закрываюсь. Давайте, может, я вас проведу? Ну, если хотите. Ну, конечно, конечно. Сейчас, секундочку. Пожалуй, это было бы неплохо. Все, я готов. О! Хорошо? Вы не первый раз у меня уже. Да, ну просто я с работы хожу, мне удобно здесь. Ну, хот-доги я всегда делаю вкусно. Да, я у вас часто. Ну, я знаю, это, конечно. Честное слово, очень душно. Да и потом оказалось это все не таким романтичным и прикольным, как мне казалось, когда я поступала в институт. Тогда я поняла, что эта работа не для меня, и решила ее изменить. А вы давно здесь работаете? Ну, давно ли я работаю? Иди сюда, тварь! Иди сюда, иди сюда! Скотина такая! Опа, на здрасте! А хотите хот-дог, а? У меня там целый лоток остался. А пожрётесь от пуза. Нож уберите. Нож? А давайте поступим иначе. Вы сейчас бросаете стволы на землю и
уходите, да? А я отпускаю девочку. И тоже ухожу. Ну как? Нет, так не будет. Не будет? А вот так горло перерезать будет или не будет? Ну? Прости, нож. Ух ты! Много вас там, да? Не слышу, у меня дежавю! У меня дежавю! Понятно, я где-то дослышу! Журавский на вид очень даже милый, адекватный человек. Еще и в возрасте. Никогда бы не сказал, что в нем скрывается маньяк. Ты его еще биографии не читал? Да, что там? В детстве он часто подвергался избиениям со стороны матери. Не женат, да и не был никогда. Даже образования нет. По молодости часто привлекался. Вот как. Да, за драки. Даже за попытку изнасилования. Несколько лет провел в лечебнице после приступов белой горячки. Вот тебе и милый продавец хот-догов. Такие люди получают сексуальное удовлетворение, только насилуя и убивая. Так что, может быть, на его счету есть и другие жертвы. Да. Вообще, его подвели нетерпение и самоуверенность. Поначалу он делал паузы, выжидал, а потом понял, что вообще находится вне всяких подозрений. Ну, послушайте, он так вошел во вкус, перешел уже на ежедневное нападение. Боюсь себе представить, что бы было, если бы мы дальше его просто не подозревали. Ну, к счастью, это больше уже не повторится. Теперь через парк можно будет ходить безопасно. И я надеюсь, парк скоро заживет своей полноценной активной жизнью. Если быть точнее, это действие кокаина. Индуцированная ишемия сердца. Девушка давно увлекалась стимуляторами, и сердечно-сосудистая система была поражена. Я так понимаю, что это довольно частая картина, не так? Это закономерно. Но тут случай особый. Это было обнаружено в сумочке жертвы. В этом медальоне жертва хранила кокаин. Я так понимаю, что это у нас непростой кокаин. Именно. Обычно кокаин мешают смелым, ну, для того, чтобы побольше продать, или с другими наркотиками для эффекта. Этот кокаин был смешан с альфа-валилгипертензином. Гипертензин. Это какое-то средство от давления. А точнее, для. Это сильнодействующее лекарство, которое повышает давление, ускоряет сердечный ритм и дает сердцу, так сказать, пинка. Действует практически как кокаин. Совершенно верно. А кокаин, смешанный с такой дозой гипертензина, это гарантированный инфаркт. А если сердце уже поражено, то... Это гарантированное убийство, хорошо замаскированное под несчастный случай. Красивая девушка. Слушайте, лицо знакомое. Так работа у нее такая. Жертва... Анна Полева, 90-го года рождения, работала манекенщицей в агентстве J Models. Участвовала в показах и снималась в рекламе. В рекламе, да. Я думаю, откуда я ее знаю, конечно. Так, что у нас с публиком есть? Да почти ничего. Есть медальон, в котором жертва хранила кокаин. Из отпечатков пальцев только пальчики жертвы. Зато есть видео, где двое мужчин носят тело девушки из клуба. По предварительным данным, жертва была не замужем, жила одна. Так что в первую очередь надо выяснить, кто эти двое. Может быть, кокаин она получила из их рук. Одного я уже идентифицировал. Это Андрей Антонов. Он в клубе карточкой расплачивался. Бизнесмен средней руки, ничего особенного. Ну что ж, прекрасно. Самое время с ним пообщаться. Может, и найдем что-то интересное. Все, за работу. Что у него здесь? Офис у него здесь, офис. Чего мы тут топчемся? Можем зайти в офис погреться. Я разговаривал с секретаршей. Он приезжает к 11, так что смысла нет подниматься. Давай хоть кушай. В принципе, можно. Вот и он приехал. Андрей Анатольевич, здравствуйте. 1.44. Да, что случилось?
Вчера в клубе «Конфетти» умерла девушка. Анна Полева. Вы помогали выносить ее тело. Это же были вы? Да. То есть нет, там не так все было. Давайте вы пройдете с нами и все подробненько расскажете. Идет? Да, конечно, сейчас. Да он шутит. Я ни в чем не виноват, отпустите меня! Я же говорю, я ни в чем не виноват, абсолютно. Насколько хорошо вы знаете Анну? Кого? Девушку, которая умерла. Я вообще ее не знаю. Я же вам сказал, я в клуб попал случайно. Жена уехала к родителям, а я пошел в клуб развеяться. Вы туда пошли один? Один. Ее я там встретил. Мне показалось знакомое лицо. Она снималась в рекламе. Я сказал ей об этом. И купил ей коктейль. Ну, а что потом? Потом еще один, еще два и еще один. Вы собирались ее споить? Нет, я просто купил, мы просто общались. Я же не сделал ничего незаконного. Потом она пошла в туалет, а я пошел за ней. В женский туалет? Нет, там общий. Ну, зачем вы туда пошли? Ну, хотел предложить ей поехать ко мне домой. Она отказалась, сказала, что хочет еще развеяться. И кокаин тоже вы ей дали? Кокаин? Нет, не я. Я даже никогда его не пробовал. Даже не знаю, где его покупать. Кокаин уже был у нее. Она предложила мне тоже нюхнуть, но я отказался. Почему? Ну, я боюсь. Она нюхнула, ей стало очень плохо. Она стала тяжело дышать и кричать: «Помогите, мне плохо, помогите». Это было очень страшно. Я позвал охранника, он сказал, что нужно ее вынести из клуба, и мы вынесли. Зачем вы потом убежали? Ну, я испугался. Вся эта история – это какой-то кошмар. Но я ни в чем не виноват, я клянусь. Да, она часто здесь тусила. Я ее помню. Конечно, помните. Она умерла вчера у вас на руках. Почему вы ее вынесли из клуба? По инструкции. Все, кто смерть обдолбался в клубе, выводим из клуба, а потом скорую вызываем. Вы видели, кто ей наркоту дал? Не видел. Я только на смену заступил. А потом какой-то типчик подбегает. Говорит, там девке плохо стало. Ну, я вынес из клуба. Хотел скорую вызвать. Она уже того. С кем она контактировала? Кто может быть причастен? К чему причастен? Что вы такое говорите? Ну, сдохла наркоша от передоза. У них такое постоянно бывает. Меньше нюхать всякую дрянь надо. Ей кокаин кое-что подсыпали. Это не просто несчастный случай. Это убийство в вашем клубе. Мы здесь точно ни при чем. Мы за наркоту гоняем. У нас в клубе с этим строго. У этой девки был свой дилер. В клуб мы его, конечно, не пускали, но вокруг клуба он постоянно нарезал. Как зовут, где живет? Лучше говорить, так меньше проблем у всех будет. Нафига мне убивать эту овечку? Ну, это вы нам расскажете. Что рассказывать-то? У меня же это... Блин, ну как это? Ну, обстоятельства невиновности. Что? Блин, ну... Алиби, что ли? Точно, алиби. Я же только сегодня из больнички выскочил. С почками у меня нехорошо. Так что получается, что я ну никак не мог задвинуть дозу от ЭВЦ. Ну, вчера не мог. А раньше мог. Но ты же сам сказал, у нее был кокс. А у меня только мед. Амфетамин. Ну что? Ну как что? Ну я могу там по-скромному. Могу фен, могу травку. Но кокс – это другая лига. Ну хорошо. А у кого из той лиги она могла приобрести кокс? Вот уж не думаю, что Анечка могла приобрести. У нее бабок не было, а кокс это не дешевый порошок. Может, подарил кто, может, угостил, нашла, может. Да фиг его знает. Вот нашел у него в аптечке немного марихуаны. Осторожно.
На кухне по тумбочкам прошелся, что там? Да, прошелся. Ничего, кроме нового, особо гигантского вида тараканов. Угу. У тебя что? Ну, кокаина у меня нет. Похоже, наш парень действительно специалист по амфетамину. Вот результаты анализов образцов из квартиры дилера показывают, что нет там следов ни кокаина, ни альфа-валилгипертензина. Он мог делать смесь и вне квартиры. Ну, это обычный мелкий уличный торговец. К тому же довольно беспечный. Трудно ожидать от него такой осторожности. Я посмотрел записи больницы и камеры. Комаров действительно там лежал и сегодня утром вышел. Я еще раз проверила отпечатки. Пальцев Комарова на медальоне нет. Так, доверять ему нельзя. Хотя, конечно, шансов много, что он ни при чем. Согласен. Вполне может быть. Я думаю, что нужно начать опрашивать соседей. Установить, кто к ним приходил, круг контактов. Я могу начать анализ ее связей в социальных сетях. Ну что, возможно, это путь. Но мне кажется, лучше всего сейчас отследить путь кокаина. Как он к ней попал? А где же нам его искать? Ну, там, где он бывает чаще всего. Простите? Она работала манекенщицей. А это очень специфическая сфера. Ну да, кокаин у них бывает частенько. Я уверяю вас, мы строго за этим следим. А ту же самую Полеву пару раз словили за употреблением и штрафовали. Это не помогло, как видите. Вижу, для меня это был большой шок и, кстати, для наших девушек тоже. А вы можете составить список тех, кто употребляет наркотики? К сожалению, это невозможно. Почему? Потому что всех за руку не поймаешь. Ну, это же не шалости. Позвольте. Пожалуйста. Не шалости для нас, а для них это развлечение. Поймать можно тех, кто плотно на это подсел. Угу. А как поймать тех, кто нюхнул в клубе разок с друзьями, с любовниками, со своими? Каждый же охранника не представишь. Слушай, всегда же можно сделать анализ. А вы знаете, у нас здесь не монастырь. Это взрослые девочки, они должны сами о себе заботиться. Скажите, а кто вот эта девушка? Это Елена Круглова. А простите, чем она вас заинтересовала? А это ее кулон личный? Да, это ее кулон. Я помню, она пару раз надевала его на съемке. Да, как я и предполагал, наше сердечко ведет нас по извилистому пути. Квартиру мы проверили, Елена дома нет. Да и телефон ее отключен несколько часов назад. Может, она подалась в бега? Может быть. А может и не быть. Есть еще один момент. В ее распечатке есть номер, на который она пыталась дозвониться 10 раз. Но абонент трубку не взял. А это похоже на панику. Убила подругу, а теперь пытается скрыться. Ну, а мотив? Не знаю. Может быть, эта подруга перешла ей дорогу. Сорвала, например, какой-нибудь контракт. Там же, по слухам, серпентарий в этих модельных агентствах. Так что, мы так и будем строить версии по слухам? Да нет, для начала надо задержать эту Круглову, а потом уже строить предположение. Слушайте, ну если она в бега пустилась, бежит как-то странно. Что ты имеешь в виду? У нее в машине есть GPS, охрана от угона. Ну вот, посмотрите. Последние пару часов она просто нарезает круги по городу. Так, вы приближаетесь к машине. Машина остановилась перед остановкой. Стоит там уже довольно долго. Там должен стоять старый зеленый Мерседес, да? Да. Все, я его вижу.
сидит на переднем сиденье. А женщина? Женщина там должна быть. Есть только парни. Понятно. Надо вызывать группу захвата, да? Нет времени. В любой момент могут сорваться. И потом целый день бегать по городу будем. Руки на голову! Быстро! Быстро! Нормально, уже детей начали ловить. Расскажи, что случилось с Еленой Кругловой? А кто это? Хозяйка машины, которую вы угнали. Мы не угоняли машину. Мы просто покататься решили. Мы уже ехали обратно, когда вы нас поймали. Это называется угнали. Я говорю, мы не угоняли. Я выхожу утром, вижу, машина стоит. Ну, я посмотрел, ключи висят в замке. Ну, я попробовал дверь, она не заперта была. Ничего, ты в дверь полез? Просто проверить. Я ничего такого не думал. А потом подумал и решил покататься. Да это не я, это Колян решил. Ну, мы ждали хозяина, он так и не пришел. Во сколько вы нашли машину? Часов 12. А кататься во сколько начали? Часа в 3. Мы подумали, что раз хозяин не приходит 3 часа, то раньше вечера не придет. Решили покататься и потом поставить обратно. По какому адресу была припаркована машина? На Белорусской улице, дом 9. Возле третьего подъезда. Допросили обоих. Действительно, двое мальчишек, решивших покататься на чужом автомобиле. Но зато у нас есть адрес, где Круглова оставила свою машину. Что, там живет кто-то из ее родственников? Нет. Там живет парень, которому она пыталась дозвониться до того, как телефон был отключен. Номер зарегистрирован на Дмитрия Петрова. Он живет в 40-й квартире. Возможно, это ее сообщник. И теперь они пересели в его машину и уехали. Да, но почему сообщник не отвечал на звонки? Не знаю, может быть, все было договорено заранее. Так. То, что Круглова забыла ключи в машине, это говорит о ее сильном эмоциональном состоянии. Ей было не до ключей. Это не плановое отступление. Да, больше похоже на то, что она приехала с кем-то разобраться. А может, даже с поставщиком плохого кокаина. Тогда она в опасности. Вот именно. Ну что, Игорь, подготовь разрешение. Нам нужно срочно осмотреть эту квартиру. Все, работаем. Тут чисто. И у меня чисто. Круглова здесь нет. Тут она была. Это, видимо, ее сумка. Забыли в спешке. Осторожней ходи. Почему? Вот смотри, тут пыльный след. Значит, здесь раньше был ковер, потом в него что-то завернули и потащили в сторону выхода. Нет, скорее всего, так оно и было. Ну что у вас? У нас личные вещи Кругловой. Ищу ковер, в котором она покинула это здание. Да. Ого. Ну, у меня куча следов кокаина на кухонном столе, подоконники, фасовочные пакеты, весы, ну, все атрибуты. Да. Видимо, этот Петров наш парень. Только наш парень решил спрятать нашу девушку. Да уж. В квартире мы девушку не обнаружили. Есть версия, что Петров похитил ее. А что на это указывает? В квартире вещи Кругловой. Похититель торопился и забыл ее сумку. Так, а свидетели есть? Видимо, он завернул ее в ковер и так вынес на улицу. Есть свидетели, которые видели, как он загружал этот ковер в минивэн. Ну, а как выглядит машина? Свидетели запомнили? Цвет, марка? Нет, марку не запомнили, но говорят, что минивэн был светло-зеленый. Так. При осмотре в квартире следы крови обнаружили? Нет. Ну, слава богу, это говорит о том, что девушка еще жива. Надо действовать быстро. Петров отключил свой телефон, мы не можем определить его местоположение. Но мы должны это сделать. Значит, количество жертв увеличится. Послушайте, я могу попробовать отследить светло-зеленый минивэн по камерам наблюдения в этом районе. Давай, действуй, только на максимальной скорости. Давай. Ух ты. Николай Алексеевич, можно вас на секунду?
Ну что, нам повезло. Ты что, нашел машину? Я нашел место, где можем ее найти. Он ехал по основным трассам. Его было легко вести по камерам, а повезло в том, что он свернул на тупиковую улицу прямо под камерой на заправке. А что за улица такая тупиковая? Ну, ведет к заброшенным складам, там всего 2 или 3 ангара, их легко проверить. За тебя тащит. Я сосредоточиться не могу. Ты сказал, хватит скулить! Тише! Не слышала? Нет! Сказал, хватит скулить! Ничего не слышно из-за тебя. Соскинись! Торгуете кокаином? Нет. Но как же, у вас в квартире мы нашли фасованный для продажи кокаин. Даю иногда друзьям немного. Понятно. Круглова давно знаете? Давно. Она у меня берет кокс время от времени. У нее есть папик богатенький, он башляет за кокс. Зачем вы пытались ее похитить? С какой целью? Да никого я не пытался похитить. Так получилось. Потому что она дура конченая. Вы ее похитили, потому что она дура? Вы хотели ее убить? Я хотел, чтобы она заткнулась. Короче, все было так. Лена это постоянно у меня кокс берет. И позавчера тоже брала. Все было нормально. А сегодня как с дуба рухнула. Прибежала ко мне домой, давай орать на меня. Говорит, что я хотел отравить ее и ее папика. Ну, прикиньте, какой бред, а. Ну, что дальше? Она начала орать, что от моего кокса какая-то девка умерла, и что ее папик чуть не скопытился. Интересно. Потом начала полиция еще угрожать. Но я не выдержал. Ударил ее по лицу. Еще раз. Потом связал ее, потом решил отвезти куда-нибудь. Ну, чтобы мозги вправить, попугать. Ну, это у вас получилось. Напугали всех. Кстати, от вашего кокаина действительно умерла девушка. Да я его сам нюхаю. Я его большим людям продаю. Все живы, здоровы. Как она вообще могла умереть? Я не знаю. От передоза разве что. Нет, в ее дозу был подмешан гипертензин. Что подмешан? Гипертензин. Да я вообще не понимаю, о чем речь. Петров утверждает, что вы обвинили его в попытке убийства вас и вашего папика. Кто такой папик? Да не папик мне. Он мой мужчина. И Валеру хотели убить. Хорошо, расскажите мне про Валеру. Ну, Валера мой мужчина. Мы с ним познакомились на презентации. Он так красиво за мной ухаживал. Чем он занимается? Он бизнесмен, у него сеть магазинов. Он очень богатый человек. И он не может жениться на мне, потому что он пока женат. Ясно. А отношения у вас тесные? Ну, конечно. Он же меня любит, и он помогает мне деньгами. У нас очень близкие отношения. Хорошо. И как же в этой идиллии появился кокаин? Ну, Валера пожилой человек. Ну и секс не всегда удается. И я решила попробовать стимулировать его. И купила немного. Ему понравилось. Еще бы. Но он говорит, что ему даже в бизнесе помогает. Он лучше концентрируется на проблеме. Но я время от времени начала ему покупать. И вот пару дней назад я купила, принесла, у него случился инфаркт. И он сейчас лежит в больнице. И вы поняли, что это инфаркт из-за кокаина? Ну, я подумала, что это просто инфаркт. Я испугалась, но потом, когда я узнала, что
Аня умерла от кокаина. Я сразу все поняла. А как у Ани появился этот кокаин? Нехорошо так об умерших говорить. Но Аня... Аня ворует. Она лазит по чужим вещам. Лазила. Ну и я спрятала кокаин в шкафчике, а она, очевидно, его нашла. Он был в таком кулончике с сердечком. Кулончика? Вы нашли этот кулончик? Да? Да, это он. Это он. Непонятно. Зачем Петрову выстроить? Ну, я не знаю, может, не меня. Может, его кто-то попросил убить Валеру. Так, вот, шеф, ознакомьтесь. В квартире Петрова нашли кокаин, но нет никаких следов гипертензина. Найденный кокаин не содержит особо вредных примесей. А не особо вредные содержит? Конечно. Чистого кокаина ты на рынке не найдешь. Пока он проходит по всей цепочке, его смешивают несколько раз. И если туда добавляют только мел, считай, что тебе повезло. Так, секунду. Вы что, хотите сказать, что Петров может быть не причастен к убийству? Тогда у вас ничего нет. Ну как нет? У нас сейчас есть мотив. Попытка убийства богатого бизнесмена. Да, которого зовут Валерий Георгиевич Соболев. Владелец сети Мегадрайв. Вот что, начните с него и его бизнеса. Нужно понять, что там у них происходит. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Георгиевич, я следователь, который ведет ваше дело. Вы можете ответить на несколько вопросов? Мое дело? Ваш инфаркт был не случайностью. В кокаин, который вы принимали, было подмешано очень сильно действующее средство, из-за которого был вызван инфаркт. Вас хотели убить. Вот как? Могли назвать людей, которые хотели бы вашей смерти? Я понимаю, если вы затрудняетесь говорить, вы можете обозначить, а мы проверим этих людей. Не надо. Я знаю, кто это сделал. И кто это? Галуст Мазманян. Это мой прямой конкурент. Директор Food Profit. У нас с ним война. Насколько серьезная война? Он хочет выкинуть меня с рынка. Атакует очень агрессивно. А на кону большие деньги. Скажи, а как он мог вас отравить? С помощью моего заместителя Алексеева. Он с ним в сговоре. Алексеев – его шпион. Передает ему бумаги, шныряет в моем кабинете, роется в личных вещах. Это он, Алексеев, подмешал мне эту дрянь. Николай Алексеевич, это раскладка электронных ключей тех, кто заходил к Соболеву в кабинет на последней неделе. Оперативно. Там начальник охраны очень отзывчивый, и я им указал на изъяны на их сервере. Ух ты. А может, тебя в аренду разным фирмам сдавать? Могли бы заработать. Так, а кто такая Семенова? Секретарша. Значит, в кабинете был Соболев, уборщица, секретарша. А что значит ключ универсальный? А это ключ зама Соболева, Алексеева. Ключ, который открывает все помещения. Правда, у Алексеева его забрали. А что случилось? Начальник охраны сказал, что Алексеев с Соболевым поссорились. Соболев обвинял Алексеева в том, что тот заходил в его кабинет без спросу.
Вот что. Мне кажется, пора пообщаться с этим господином Алексеевым. Как там здоровье Валерия Георгиевича? Это вы меня спрашиваете? Я пытался ему дозвониться, но он не берет трубку. Конечно. У Валерия Георгиевича инфаркт. Но необычный. Это попытка отравления, и он говорит, что вы могли в ней участвовать. Я? Как я мог его отравить? Смесью кокаина и гипертензина. Господи, зачем мне это? Ну, честно говоря, у нас есть кое-какие предположения. Давайте сначала выясним, были ли вы в его кабинете в его отсутствии. Был и что? У вас был электронный ключ, который позволяет вам попадать в любой кабинет. Зачем вам это? Вы же не директор. Понимаете, Валерий Георгиевич, скажем так, он отошел от дел. Он перестал уделять фирме внимание, он перестал вовремя приходить на работу, иногда вообще не появлялся. А фирма должна двигаться дальше, и я вел дела все за него. В его кабинете? Там просто был договор по партнерам. Он должен был его завизировать и забывал это сделать. А я вернул договор в работу. Все. Хорошо, потом вы поссорились. На почве чего? Да на почве плохого настроения. Валерия Георгиевича. Он стал раздражительным. Знаете, я бы тоже был бы раздражительным, если бы кто-то копался в моих вещах. Да не брал я его вещи. Мне нужен был только документ. Все. Ну, доказать-то вы это не можете? Поверьте мне, я все делаю на благо фирмы. Все. Николай Алексеевич. Зам Соболева. Алексей к нам врет. Он так плакался, что радеет на благо компании. А я сделал распечатку его звонков. А что там интересно? Ну, за последнюю неделю он постоянно звонил конкурентам. Ну что, может, просто звонил, говорил гадости и бросал трубку? Возможно, но я взял трекинг его телефона по координатам. Несколько раз на той неделе он заходил в офис компании Food Profit. Ну, это уже выходит за рамки приличия. Такие плотные отношения с конкурентами – это не совсем хорошо. Вот, и я о том же, он вполне мог работать по их наводке. Но, вероятнее всего, просто шпион. Шпион – это очень громкое слово, и прежде чем им бросаться, нужно выяснить, что там у них происходит на самом деле. Скажу честно, я очень удивлен вниманием следователей. У нас все очень по-белому. Мы осенью планируем выходить на IPO. Стараемся соответствовать. Речь идет не совсем о вашей фирме. Я бы хотел поговорить о вашем конкуренте, о Соболеве и его сети «Мегадрайв». Давайте поговорим. У него инфаркт. Да, что-то слышал об этом. Этот инфаркт не случайность. Его хотели убрать. И? Ваша фирма ведет торговую войну с Соболевым. Вам выгодна его смерть? Чушь собачья. Исключено. Никакой войны нет. Почему? Потому что он уже ее проиграл. На его сети висят огромные неподъемные кредиты. Он не сумел ни перекредитоваться, ни перезаключить договора с поставщиками. Выручка упала на треть. Его фирма рухнет через 3 месяца. Со страшным грохотом. Понятно. А вы могли это все ускорить? Зачем? Соболев уже не конкурент. Он стар. Он завел молодую любовницу. Говорят, даже сел на наркотики. Он уже не может управлять фирмой. И он это знает. Он пришел ко мне с предложением купить его фирму. Но я отказал. Зачем покупать то, что потом достанется даром? Соболев обиделся. Но это бизнес. Ничего личного. Мы знаем, что вы часто встречались с его замом, с Алексеевым. Он даже несколько раз сюда приходил к вам.
Сережа? Сережа приходил сюда поговорить о месте для него. Он отличный специалист и лучше всех знает, что впереди крах. Он пытается спасти фирму, но это невозможно. Я сам предложил ему должность. Без всяких условий? Конечно. Специалистами не разбрасываются. В словах Мазманяна есть правда. Судя по отчетности, фирма Соболева испытывает огромные трудности. А что насчет зама? Алексеева подтверждается? Да. Я посмотрел его почту. Он просто себе готовил запасной аэродром. Отсылал резюме в другие конторы. То есть царем этой горы он стать не мечтает? Ну хорошо, тогда я предлагаю провести повторную проверку на предмет связи между Мазманяном и Петровым. Не стоит тратить время, это нам ничего не даст. Почему? Просто Соболев нас дурит. В каком смысле? А в самом прямом. Он держит нас за идиотов. Он обиделся на одного из своих конкурентов и натравил нас на него. А также он обиделся на своего зама, который собирается уйти. И тоже ему отомстил. Хорошо. Давайте тогда по новой допросим Соболева. Не надо. Соболев знает, кто его травил, но нам не скажет. И кого нам теперь искать? Сердце. В центре этой истории сердце. В нем должны были храниться милые вещи. Фотография или локон любимой. А хранился яд, так что сердце отравлено. Нет, ну я, конечно, все понимаю, но все-таки что нам искать? Второе сердце, отравленное ядом. Простите, что вы собираетесь брать? Нам нужны образцы. Образцы чего? Продуктов? Образцы всего. Любых веществ, присутствующих на вашей кухне. Давайте я хоть стол протру. Вот этого точно делать не надо. Мне как-то неудобно. Все в порядке, не волнуйтесь. Это связано как-то с инфарктом Валеры? Да, связано. Мы считаем, что это не случайный инфаркт, и его отравили. Знаете, я тоже считаю, что инфаркт – это не просто так. И что его отравили. Да. И кто? А у него есть любовница. Да, мы знаем. Вот, вы знаете. А я об этом недавно узнала. И навела справки. Это страшная женщина. Вы думаете, это она? Абсолютно уверена. Других вариантов нет. А зачем ей это? Зачем ей Валера? Из-за денег, конечно. Глеб. У меня тут остатки кокаина. Думаю, что остальные вещества мы здесь тоже обнаружим. Это не может быть. Проверим. По какому праву вы меня арестовали? Вы не арестованы. Нам просто нужно вас допросить. Ну, а при чем тут я? Вы думаете, что моего мужа отравили? Идите к его любовнице. Это она довела его до инфаркта. Мария Владимировна, на вашей кухне мы обнаружили кокаин. На полу, на столешнице. Порошок был рассыпан, его вытерли, но следы остались. Боже, как стыдно. Никогда не думала, что дойду до такого. Да, мой муж на старости лет увлекся наркотиками. Наверное, он это делал на кухне. Понимаете, вашего мужа отравили смесью кокаина и гипертензина, средство, которое повышает давление. Да, у меня было такое средство. Я сердечница. Средство слишком сильное, чтобы вот просто так принимать. Ну ладно, дело не в этом. Суть в том, что на той же кухне мы обнаружили ступку, в которой и смешивали кокаин с гипертензином. Это ложь. Приборы не люди. И анализы, Мария Владимировна, не врут. Вот, пожалуйста. На вашей кухне действительно делали эту смесь, а потом рассыпали ее на пол.
Слушайте, я не делала никаких смесей. Если кто-то и химичил, то это любовница моего муженька. Это выдра малолетняя. Вот ее и спрашивайте. Она не могла делать этого на вашей кухне. Причем здесь вообще эта смесь? Да, у моего мужа инфаркт, потому что он добегался по девкам. Причем тут я? Почему вы меня таскаете и рассказываете про смеси? При том, что от этих смесей умерла девушка. Это сейчас будут, может быть, жестокие слова. Ну, значит, Бог есть. Она была наказана. Она попыталась через разврат, через эти чертовы наркотики, влезть в чужую семью, разрушить эту семью, покрыть ее позором. Да, да, это наказание. А как по-другому? Погибла не любовница вашего мужа, а совершенно посторонняя девушка. Смесь, которую вы изготовили у себя на кухне, попала к ней совершенно случайно. Вместе и вдруг увидеть, как этот дурак бежит за какой-то первой вертихвосткой. А тут еще эти наркотики. Так, осел. Вы не представляете, как это стыдно и больно. Я хотела только проучить его. Я хотела, чтобы он почувствовал, каково это, когда сердце рвется на части. Я не хотел. Сердце этой девушки тоже не выдержала, она умерла до приезда скорой. Боже мой, что же ты наделал, старый дурак? Да, Николай Алексеевич, вы оказались правы. У нас получилась история об отравленном сердце. Муж разбил сердце жене, а жена решила взорвать сердце мужу. Это же еще нужно было додуматься, смешать кокаин с препаратом, повышающим давление. Насколько я помню, она училась в медицинском. Но, кстати, по-моему, по профессии не работала, да? Нет, не работала. А ей не нужно было работать. У нее был любимый муж, который очень неплохо зарабатывал. Да, пока не пошел налево. Ну, я бы сказал, пока с ним не случился кризис позднего возраста. Соболев бросил свой бизнес на плечи помощников, а сам завел себе классическую любовницу, модель. Да и любовник из него, как я понимаю, вышел-то не очень. Да, жеребец в этом возрасте из него не получился. И потому любовница подбадривала своего стареющего мачо кокаином. И он подсел. Я бы сказал, увлекся. И стал увлекаться все больше и больше. Возможно, он не беспокоился о своем увлечении. Так или иначе, жена узнала и о любовнице, и о кокаине. Она нашла медальон с кокаином и смешала содержимое с гипертензином. Она хотела, чтобы муж или любовница попали в больницу, считая, что так будет справедливо. Вот только заряженный кокаин попал к Анне Полевой, а ее сердце не выдержало такого воспитания. Не повезло. Да и она тоже не святая. Но смерти она не заслуживала. Да все они тут по-своему несчастны. Вы знаете, они просто все хотели любви. Как-то не сложилось. Ну ладно, это все лирика. Во всяком случае, свою работу мы сделали на отлично. Дело можно отправлять в архив. Так что, коллеги-следователи, всем хорошего вечера. Хорошего вечера.